Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardreset.info, перед нами iPhone 13. И в этом видеоролике мы вам покажем, как просканировать какой-либо QR-код на данном девайсе. Делается это очень просто. Для этого мы берем наш QR-код. Давайте я его поставлю, к примеру, не знаю, вот где-то здесь. И теперь, чтобы просканировать его, мы просто открываем камеру и наводимся камерой на него. После этого мне выскакивает вот такая вот оранжевая палочка с возможностью нажать на нее. Нажав на оранжевую палочку, меня перекидывает на сайт, на который ведет наш QR-код, или же на Hardreset.info. Здесь мы можем вписать iPhone 13 и найти разные информации о нем по типу секретных фишек данного устройства, разных трюков и так дальше. У меня QR-код на английскую версию нашего сайта. В комментариях вы можете найти русскоязычную версию нашего сайта и здесь разные крутые информации о данном девайсе найти. Мы же на данном моменте будем заканчивать. Больше видео о данном устройстве вы можете найти у нас на канале, а если остались какие-то вопросы, то смело задавайте их в комментариях. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания!